Уже 25 августа хоккеисты «Металлурга» отправляются на первую серию игр в регулярном чемпионате КХЛ. Сегодня же команда после утренней тренировки в полном составе побывала на предсезонной встрече с главой города в администрации Новокузнецка. Сегодня у нас по традиции перед началом нашего спортивного игрового сезона мы встречаемся с нашей командой, командой мастеров. При этом мы говорим о том, что хоккей по праву занимает у нас самое первое место в городе по популярности. И вообще мы возлагаем большие традиционные надежды на нашу команду. В ходе встречи главный тренер Николай Соловьев рассказал руководителям администрации города о том, как наша команда готовилась к сезону. По словам Николая Дмитриевича, «Металлургу» были созданы все условия для того, чтобы хоккеисты подошли к чемпионату в хорошей физической форме и необходимых игровых кондициях. Мы просто хотим заверить, я от лица команды говорю, что в этом году будут с горящими глазами играть. Я думаю, что это подтвердит и капитан команды. И постараемся не разочаровать вас, не разочаровать болельщиков своей самоотдачей. Ну и, конечно, хотелось бы, чтобы команда, помимо результата и хорошей игры, попала в заветную восьмерку, хотя это будет для нас равносильный подвиг. Сейчас в «Металлурге» есть большая группа перспективных местных хоккеистов 1996-97 годов рождения. В команде будут делать ставку на этих игроков, так как они являются будущим новокузнецкого клуба. Нынешняя ситуация схожа с той, когда в «Металлург» в 90-е годы под руководством Николая Мышагина также пришла большая группа молодых хоккеистов. Эти игроки затем стали костяком команды, и «Металлург» на протяжении нескольких сезонов добивался высоких результатов. В клубе надеются, что нынешнее поколение молодых хоккеистов также оправдает доверие. Тем более, что потенциал у них есть. Многие имеют опыт выступления в сборной России своего возраста. В наших командах и в юниорских, и в молодежных у нас по 3-4 человека представители. Вот это радует, конечно. Николай Дмитриевич правильно говорит, сложный будет сезон, потому что молодая очень команда. Но в нашем состоянии, как бы, я думаю, что это основной подход. Мы должны воспитывать ребят, удерживать их и тем самым крепнуть с каждым годом. И в этом году мы должны все-таки показать хорошую игру, молодую, с горящими глазами, и радовать и руководство города, и спонсоров, и в первую очередь болельщиков. Как признался Николай Соловьев, и у него, как у тренера, и у всей команды, достаточно амбиций, чтобы добиваться с «Металлургом» хороших результатов и радовать болельщиков. Капитан новокузнечан Александр Романов подтвердил, что наши хоккеисты будут биться в каждом матче, без исключения. Да, потому что у нас такая команда рабочая, у нас нет таких мастеров, как Мазякин и Зарипов. Мы будем только за счет работы, за счет самоотдачи пытаться выиграть матч. Свой первый матч «Металлург» проведет 26 августа в Подольске против «Витязя». Сергей Кузнецов пожелал нашей команде удачного сезона, чтобы чемпионат принес больше побед, чем поражений. Не надо ничего бояться. У каждого есть стержень, и я думаю, что у вас он однозначно есть. Еще раз удачи вам, побед, берегите себя. Удачи.